Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Ну все, пока. Сестренка! Папа, Аня собирается в приключения на борту этого корабля. Ясно, похвально. Отдавай билетик, его достойно только Аня. О, хочешь испытать удачу, малышка? Надеюсь, тебе повезет. Ну же, тяни свой утешительный приз, соплячка. Круиз достанется красотке позади тебя. Чего? Аня хочет поехать, интересно! А ты, Бон, дома останешься. Нельзя маме с работой мешать, прогулку пропустим. Какая, блин, работа? Аня хочет на кораблике поплавать. Признай, что и ты, ангелочек, тоже. Аня хочет на корабль, не то хулиганкой стану. Прошу, завтра на работе не дадут ли мне отпуск? Да, конечно, езжай. Чё? Я сделаю так, чтобы в больнице тебе дали отгул. Ага, спасибо вам большое. Ты сошел с ума? Работать будешь, пока не помрешь. Какая же нас ждет каюта? Похоже, мы ошиблись и в тюрьму зашли. Нам не сюда. Нет, сюда. Каюты третьего класса почти все такие. Приключения Ани ждите в последующих произведениях. Ну... Хочешь посмотреть аниме-приколы без ограничений авторских прав? Добро пожаловать в телеграм-канал. Там ты найдешь отсутствие маленького экрана. И за кого меня держишь, чеканутая? Также другие аниме, которые YouTube не пропустит, у тебя будет возможность заказать анимешку, которую стоит разобрать и с какой озвучкой. Можешь своим комментарием повлиять на видео перед тем, как я его выложу на YouTube. Много не расскажешь и не покажешь. Так что переходи по ссылке в описании, там будут все подробности. Наверное. Папа, осмотрим корабль, а не то он ко дну пойдет. Не пойдет, ты каркаешь. И учесть, кто из них где и в какое время собирается. Папа, тебе скучно тут? Вот черт, дурацкая привычка. Я приказываю тебе приступить к особому заданию – отдых. Я должен отдыхать. Нужно все силы бросить на то, чтобы отдохнуть. Пойдем посмотрим цирк. Папа такой серьезный. Хочешь до каюты его понести? А вы не против? Надо осторожно, чтобы кости не сломать. Ой, извините. Да блин, завидно как. У нее там небось сейчас роскошный ужин, жрет деликатесы. Так ведь и пиво с сосисками после работы деликатес. А ты шаришь? Тут, конечно, буфет, но ты аппетит-то поумерь. Я много играла, теперь кушать хочу. Аккуратнее не можешь? Давненько мы не ужинали без мамы. И не говори, грустно без нее. Папе так одиноко. Да нет же, это ты, Йор, вспомнила. Так меня заметили? Нет, едва ли они знают, где я сижу. Значит, шансы есть. Надо пройти мимо и просто вколоть яд. Минута, и все будет кончено. Чё? Господин, вы, кажется, немного перебрали. Не упусти! Брюнетка, скорее всего, хранится. Соберись тайком до блондинки. Я понял. Ой, надо же! Вы приглашаете меня на танец? Мне очень жаль, но танцую я весьма плохо. Да и к тому же... Я, знаете ли, давно замужем. Поэтому вынуждена отказать. Хорошего вам вечера. Андрей. Подметил еще несколько подозрительных личностей. Лучше сидеть потише, чтобы не привлекать внимания. Хочу, 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 хочу. Сидеть потише. Купил бы уже игрушку малышке. Милашка. Вот черт. СГБшник же явно Аню сейчас слышит. Любой отец бы купил брелок. Какой-то мутный ты. Шпион, что ли? Враг народа. Под арест его. И что мне делать?
Как на моем месте поступил бы обычный отец? Этот брелок явно на пользу не пойдет. Да и зачем он вообще нужен? Вот только если я ошибусь, могу и жизнью поплатиться. Папа, не надо, я передумала. Просто так же меня называют Барни Цепножабом. Я никогда не упускаю своей добычи. Барнаби Цепножабом! Кто это? Вперед, Цепножаба! Жуть! Что тут за шум? Йор, так ты убийца и на дух не переносишь жаб? Мы разводимся. Форжерам конец. Аню, назад в детдом! Нет! Купим скелеты и пойдем домой. Будет нашей памятью об этом чудесном круизе. Я вполне обычный отец. Хороший отец. Да мне на брелок плевать, не подходи! Чего? Ай-яй-яй, а ведь это Аня на круиз напросилась, надо что-то делать. Не понял, да что у нее с лицом-то? Это обида? Злость? Что оно отображает? Неужели я так сильно ее ранил, когда отказал с брелком? Куратор все сразу поняла? Именно поэтому и поручила мне эту операцию по налаживанию семейного мира. Я обязан ее выполнить. Папу вечно куда-то не туда несет. Приключения — это возможность попробовать что-нибудь ухтышное. Волнение, от которого и хочется купить скелетика или деревянный меч хотя бы. А ты, папа, спокойный, как удав. Именно поэтому Ане и стало грустно. Если и правда хочешь Аню порадовать, то стань тогда воплощением веселья. Роль надо не играть, а жить ею. Я должен стать веселым и добрым отцом. Я ожидаю, что ты нарядишься весело и нарядно. Без проблем. Надо успеть как-нибудь помочь маме. Вот беда! Папа же мастер перевоплощений! Ему переодеться секунда! Не понимаю! Тут же вообще ничего ни к чему не подходит! И как мне их красиво совместить? Как мне выразить веселье одеждой? Тут есть хотя бы верный вариант! Черт, засада! Я должен создать идеальный образ!